Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Garmin Forerunner 745. И сейчас я покажу вам, как поменять формат времени данных часов. Итак, для этого мы зажимаем кнопочку Up. Далее мы переходим в системные настройки. И выбираем здесь время. Далее выбираем формат времени и можем выбрать 12 часов или 24 часа или военные. Не знаю, что это, но поэтому мы выберем. Я выберу 24 часа и таким образом мы меняем формат времени. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.